Две новые детские площадки, построенные по программе «Вам решать», открыты в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. За благоустройство именно этих площадок голосовали сами жители района. Всего на территории Нижегородского района в программе «Вам решать» реализуется 7 проектов. В настоящее время по двум объектам работы завершены. Содержание объектов, которые благоустроены в программе «Вам решать» по поручению Юрия Владимировича Шалабаева, будет осуществляться администрацией района. Так как это детская площадка, есть ряд требований, которые предъявляются к установке каждого элемента. Должна быть соблюдена зона безопасности, чтобы ребенок не имел возможности удариться о какой-то твердый предмет. Мы очень ждали эту площадку, вот участвовали в программе «Вам решать» все вместе. И когда стали строить, мы очень обрадовались, что, в общем-то, так быстро стали строить. А мы в первую очередь опирались на то, что необходимо нашим детям, потому что в нашем микрорайоне очень много маленьких детей. И именно за это мы голосовали. Губернаторский проект «Вам решать» активно реализуется на территории нашего города. Это наша совместная работа с руководством администрации Нижегородского района. Она идет на позитив для жителей нашего города, нашего Нижегородского района. Вот только в этом году у нас Лопатинский овраг будут делать, Касьяновский овраг уже начали делать, у нас лестница на улице Бринского, и у нас тоже вот такое же покрытие будет вокруг спортивной площадки, вокруг школы номер 7. То есть в этом году вот такое количество мероприятий будет проводиться.